Раз, два, три. Друзья, добрый день. Меня зовут даже не Алена, как написано в чате, Илья, пиар-менеджер компании Appymatica. Вебинар, конечно, сегодня буду вести не я, Александр Лопатин, наш замечательный инженер. Да, поставьте, пожалуйста, в чат плюсики, если нас слышно. Ну или смайлики, да, будем вам очень благодарны. Три, четыре, пять. Отлично, спасибо, что пришли. Я думаю, мы еще минуты 2, 3, 4, может быть, подождем опаздывающих. И я уже передам слово Александру, и он начнет свою интересную презентацию. Я отключаю. Спасибо, Александр. Принимай слово. День добрый. Все ли слышат меня? Замечательно. Ну, тогда еще 2-3 минуточки подождем опаздывающих, если таковы имеются, и начнем наш вебинар. Итак, еще раз день добрый. Все ли слышат меня? Одну минуточку.
А так лучше слышно? Или тоже шумно? Итак, давайте приступим. Сегодня 23 у нас июня, 12:05 по московскому времени. И сегодня мы собрались, чтобы услышать о новинке компании E-Star. Это новые модели, новый модельный ряд оборудования. SIP-адаптеры TA-100 и 200. Сегодня мы рассмотрим техническую часть данного оборудования, что за оборудование, как работает, как настраивается. Рассмотрим краткие примеры. В конце нашего вебинара прошу всех не разбегаться и поучаствовать в разделе «Опрос», произвести ответы на вопросы наших сотрудников. Так что огромная просьба поучаствовать в данном разделе. Итак, начнем. Как я и говорил, тема нашего сегодняшнего вебинара – это SIP-адаптер компании E-Star TA-100-200. Как вы видите, на первом слайде показаны модели. Это внешний операторный вид, так называемого этого модельного ряда. Это маленькие коробочки, имеющиеся на борту разъемы для подключения как телефонии, так и Ethernet. Но это дальше мы рассмотрим. То есть это компактное устройство, которое выполнено доступным приложением, то есть его можно спрятать и под стол, или куда-нибудь на столе, имеет маленький компактный вид. Итак, для чего необходимо данное оборудование? Как многие уже наверняка догадываются, да, данное оборудование предназначено для того, чтобы изменить наш обычный аналоговый телефон, превратить, так называемый, функционал SIP-телефона. Многие, допустим, компании имеют на борту у себя большой объем аналоговых телефонов, и, например, очень, так называемое, проблематично перейти разом на IP-решение, да, то есть нужно произвести замену аналоговых телефонов на IP, потому как многие компании сейчас переходят в основном на IP-связь. Соответственно, в таком случае оптимальным решением является это SIP-адаптер, то есть достаточно всего-навсего докупить коробочку, то есть у человека остается телефон, и уже можно, в принципе, работать по протоколу SIP. Так, далее. Как это работает по принципу? Значит, используем SIP-адаптер, подключаем к нему обычный аналоговый телефон. Но стоит отметить, что данное оборудование работает только с телефонами, у которых реализована поддержка тоновых сигналов. То есть, если у вас используется аналоговый телефон только с импульсом, данное оборудование, оно, к сожалению, с ним работать не будет. Ну, как будет работать только в прямом коммутаторе, то есть невозможно будет позвонить и невозможно будет непосредственно что-то сделать, только непосредственно для обеспечения голосовой связи. Если полный функционал, то телефон аналоговый должен поддерживать обязательно тоновый режим. Итак, вот краткий пример, как это работает. У нас есть SIP-адаптер, есть аналоговый телефон и есть выход в интернет. Либо, если у вас уже в компании стоит, например, SIP-станция, то можно непосредственно через локальную сеть подключить к SIP-серверу гибридный IP-ATS, неважно, там, программный IP-ATS. И что мы получаем? То есть у нас обычный аналоговый телефон превращается в SIP-телефон. Следующим слайдом. Смотрите еще один пример. Допустим, например, что если у вас несколько офисов, есть, допустим, головной офис, есть дочерний офис, мы не имеем ни SIP-станции, допустим, не хотим использовать SIP-провайдера, но нужно сэкономить бюджет. То есть в таком случае здесь решение еще гораздо проще получается. У нас есть два офиса, в которых есть аналоговые телефоны. Ставим SIP-адаптер, подключаем. При наличии у нас внешнего IP-адреса, то есть выхода в интернет, мы можем непосредственно совершать звонки на IP-адреса. Тем самым мы экономим бюджет компании. Не используем никаких гибридных АТС, не используем провайдеров SIP-овских. И у нас, пожалуйста, есть VoIP-решение.
Так, значит, рассмотрим спецификацию данного оборудования. Данное оборудование выпускается двух модельных рядов. Это TA-100 с одним портом FXS, возможность подключения одного аналогового телефона. Модель TA-200 имеет два порта FXS, то есть возможно подключить два аналоговых телефона. В каждом непосредственном оборудовании используется для подключения внешнего источника питания. Это микро-USB-порт. И подключение к сети интернет – это непосредственно один лановский порт с базовой скоростью 10 и 100 мегабит. Также непосредственно размеры и параметры, как я вам говорил, это маленькая компактная коробочка. Ее непосредственно длина – это 85 миллиметров, непосредственно ширина – 58 и высотой 24 миллиметра, совсем компактная. Потребление у нее идет от внешнего блока питания, это 5-вольтовая 1 ампер, ну и, соответственно, характеристики по температурам эксплуатации. Что значит еще непосредственно входит в состав этой так замечательной коробочки? Обязательно непосредственно это наличие русскоязычного голосового меню, возможность создавать гибкие правила маршрутизации для исходящих вызовов, поддержка передачи факса G711 и также T38. Обязательный тип набора используемый, как я говорил ранее, это тональный, то есть импульсные, если телефоны, они, к сожалению, не будут поддерживаться для совершения вызовов. Единственное, что можно будет их использовать как коммутатор, непосредственно снять трубочку и поговорить. Возможность также вызова, как я уже приводил пример, это звонок по IP-адресу peer-to-peer, поддержка таких стандартов Caller ID, как Bell 202, ETCI, V23 и DTMF Base Seed. Возможность организации трехсторонней конференции, поддержка также прямого и сопроводительного трансфера, возможность вести, что немаловажно, это детализацию вызовов, CDR баз данных непосредственно, то есть может коробочка сохранять себе информацию об истории звонков. Осуществлять переадресацию по стандартным трем режимам, это когда нет ответа, либо занят, либо безусловно. Возможность принятия второго входящего вызова, это так называемый режим ожидания вызова. И режим не беспокоит ДНД, и также горячая линия. То есть в основном это стандарты, используемые для SIP-телефонов и возможности также преобразования аналоговых телефонов в SIP. Все вопросы будут отвечать непосредственно наши коллеги в чате, Всеслав и Олег. Поэтому я буду продолжать вести обзор, то есть наш вебинар. А на ваши вопросы в чате будут наши коллеги отвечать. Итак, продолжим дальше. Значит, также присущие это непосредственно функции автоматического обновления конфигурации программного обеспечения через сервер автопровижинг, то есть данное устройство поддержит функцию автопровижинг, возможность определения тона отбоя и переплюсовки, то есть это определение непосредственно настроек FXS-портов, имеется создание и возможность установления из бэкапа, создание самих резервных копий настроек, имеет на борту у себя немаловажный механизм отладки пикап, то есть это возможность снятия сетевых дампов с устройства, поддержка непосредственно высококачественной передачи голоса, кодеков G711 и 729, и также наличие стандартных компенсаторов G168 LEC. Итак, далее, значит, голосовыми протоколами, значит, сетевыми протоколами, стандартами это поддержка обязательно SIP 2.0. Транспорты поддерживают сетевых пакетов, обязательно включены это UDP, TCP и TLS. Поддержка на борту настроек NAT, режима STANA. Три режима работы с сетью, то есть возможность получения сетевых настроек от DHCP-сервера, возможность создавания статических параметров IP-адреса, а также указание PPOE настроек, реализована поддержка возможностью с VLAN-сетями,
Также есть настройка для оптимизации, если кому-то необходимо, это cost-to-cost голосового, то есть прохождение трафика, оптимизация его. Настройка межсетевого экрана, что немаловажно, защита оборудования в сети. Имеется поддержка также непосредственно режимов протокола передачи сигнала DTMF в стандарте. Это outbound RFC 2833, band DTMF и SIP-info. Также непосредственно стоит отметить, что данное оборудование, оно, как бы объяснить, значит, на территорию стран таможенного союза и стран бывшего СНГ поставляется обязательно с русской прошивкой, то есть непосредственно локализация, которая выпускается и проверяется нашей компанией, то есть она, вернее, выпускается компанией-изготовителем, вендором, нами она проверяется, и в ней, к сожалению, отсутствуют такие функции, как SRTP и OpenVPN. То есть, если вы на сайте вендора увидите поддержку данных протоколов, как SRTP и OpenVPN, в русской прошивке, к сожалению, их нет, так как они не реализованы, именно не подтверждены для стран таможенного союза. Итак, далее. Рассмотрим вопрос по поводу настройки первичного, так называемого, знакомства настроек с данным оборудованием. Как уже был вопрос, то есть для чего нужно голосовое меню, коллега мой уже ответил. Если вы подключаете непосредственно данное оборудование у себя на месте сразу, да, то есть вы воткнулись в сеть вашу локальную, но, к сожалению, допустим, по каким-то причинам ваш сетевой коммутатор не может отобразить при заданный IP-адрес на вашем оборудовании, либо, допустим, вы хотите сразу на месте уточнить его IP-адрес, провести какие-то первичные настройки для того, чтобы потом непосредственно производить настройку оборудования через удобно реализованный функционал веб-администрирования, то есть через веб-панель. Для этого у нас поддержка голосового меню присутствует с функциями ответа в тон режим и конфигурирования оборудования. То есть, как вы видите на текущем слайде, у нас показана непосредственно инструкция меню действий. Также она будет присуща находиться и в мануале в каждом оборудовании. Есть у нас на сайте на русскоязычное меню с описанием всеми функциями. И также непосредственно в самом оборудовании, то есть идет краткое описание спецификации действий по голосовому меню. То есть мы подключили аналоговый телефон к нашему SIP-адаптеру, SIP-адаптер подключили в сеть, нам нужно уточнить, например, IP-адрес. Для этого, сняв трубку на нашем аналоговом телефоне, находясь в тоновом режиме, обязательно буду уточнять всегда, что именно тоновый режим, мы набираем с панели три звездочки с клавиатуры и попадаем в голосовое меню, в котором нас, соответственно, просят выполнить русским голосом девушка там различные последующие действия для непосредственно выполнения функционала. Например, мы хотим уточнить IP-адрес. Мы набираем три звездочки, циферку 1, и нам непосредственно система сообщает о том, что текущий IP-адрес такой-то, такой-то, такой-то. Все, мы узнали IP-адрес нашего оборудования, и мы можем производить дальше его конфигурирование, перейдя в веб-панель по данному IP-адресу. Используя стандартные браузеры, то есть вводим IP-адрес, попадаем в панель управления. Если непосредственно по каким причинам IP-адрес, допустим, вами был не получен, или вам нужен статический IP-адрес, нет у вас, например, в сети в данный момент сейчас DHCP-сервера, вам нужно задать статический IP-адрес, также вы можете непосредственно произвести настройку. Для этого непосредственно, как вы видите, по сетке действий в голосовом меню, мы также нажимаем три звездочки, далее нажимаем цифру 3, и, допустим, мы нажимаем следующим действием, это сменить IP-адрес, цифру 2. Последующее действие у нас, цифру 2, это задание статического IP-адреса. Ну, а далее, соответственно, по поддержке того же самого действия голосового помощника, мы вводим параметры. После того, как мы задали все параметры, переходим к конфигурированию оборудования через веб-панель. Стоит обратить внимание, что все практически оборудование компании STAR имеет конфигурирование через веб-браузер.
По дефолту по умолчанию использует параметры подключения. Это логин и пароль, админ и паспорт. Ну, всегда можно обратиться, в принципе, в инструкцию по оборудованию. Итак, вот после ввода в браузере нашего IP-адреса мы попадаем на панель авторизации, на страничку доступа. Также, как мы видим здесь на текущем слайде, то есть нам необходимо ввести логин и пароль. Как я говорил, это стандартные админ и паспорт. Также есть возможность выбора языка интерфейса, то есть кому как удобнее. Кто-то придет на английском, кто-то на русском. Выбираем язык интерфейса, нажимаем «Вход». После чего мы попадаем, ну, уже наверняка знакомый всем по принципу наш веб-интерфейс, то есть в котором видим основные четыре верхних – это система закладки управления нашим устройством. То есть, как вы видите, отображены цифрами. Первый – это статус, система, шлюз и замечательная красная кнопочка «Выход». Итак, далее. Значит, рассмотрим все по порядку. Закладочка «Статус». В данной закладочке отображены статическая информация о нашем оборудовании. Итак, значит, одну минуточку, прошу прощения. Итак, значит, в закладочке «Статус», как мы видим, первый у нас сразу слева, с левой стороны, это подзакладочка «Статус системы», раздел «Порты». То есть здесь мы можем увидеть непосредственно статус наших FXS-портов, активность их, номер порта, имя порта, то есть статус «Доступен», «Недоступен», «Занят» или непосредственно «Свободен», подключен, не подключен, и непосредственно, то есть, всю информацию. Следующим это будет у нас отображение информации о сетевых подключениях. То есть, как мы видим на текущем слайде, здесь отображено настройка порта LAN, то есть это указан хост. Хост имя идентифицирует оборудование в сети. То есть тип подключения показывает непосредственно MAC-адрес нашего устройства, IP-адрес, маску сети, шлюз, основной и дополнительный DNS. В следующем разделе это информация о шлюзе, то есть мы можем здесь увидеть это описание модели, версия аппаратной сборки, версия ПО, то есть ее текущая. Также мы можем увидеть непосредственно сразу же из веб-панели это серийный номер и время непосредственно работы оборудования после включения. Также здесь отображается информация о дисковом пространстве и использовании памяти. Что это означает? Значит, дисковое пространство, так как оборудование не имеет возможности подключения внешних каких-то флеш, там, USB и все остальное подобное, да, то есть она имеет на борту свой внутренний резерв флеш-памяти. Также здесь она отображает его процентное соотношение по занятости. Вот, и можно увидеть, насколько занята внутренняя память. На внутреннюю память пишется у нас вся информация о действиях ведения журнала статистики, CDR, журнал звонков, логи и все остальное. То есть там вся инфа, она непосредственно записывается на внутреннюю память оборудования. Но также есть у данного оборудования замечательная возможность, это непосредственно проверить использование оперативной памяти, то есть насколько она загружена. Итак, следующая закладочка, это у нас переходит уже в раздел «Отчеты», то есть здесь мы, как вы видим, можно ввести и в описание оборудования историю звонков, то есть совершенных на данном оборудовании. Также есть интегрирована удобная панель, это фильтрация, то есть поиск по определенным критериям за период, выбрать определенный поиск по номеру, по какой линии, длительность, то есть время разговора, то есть статусы, типы, то есть, ну, то есть удобный гибкий интерфейс непосредственно по фильтрации и определению, вернее, сбора информации по звонкам.
либо просто можно все, да, и непосредственно не заморачиваться и просто вести. Также из этой странички можно произойти выгрузку данного журнала. Следующая инфа, значит, вот у нас раздел, это системные журналы. Для чего непосредственно нужен данный раздел? Здесь мы можем включить на нашем оборудовании, ввести информацию о самом устройстве, то есть его аппаратные действия, состояние системы, сигнализация, веб-интерфейс. То есть после включения определенных галочек на этих пунктах у нас будет собираться лог-информация непосредственно о том, что происходило на нашем оборудовании с технической точки зрения. Да? Для чего он необходим? Например, если возникли какие-то вопросы или там, допустим, у нас подозрение на что-то, какое-то действие, то можно непосредственно по данному логу произвести разбор полетов. И либо просто отправить непосредственно уже в службу технической поддержки, да, то есть объяснив ситуацию, что у вас происходит, для того, чтобы рассмотреть данные логи и получить информацию. Как я говорил, также на борту имеется это удобный механизм, это пикап трейс, то есть это механизм отладки оборудования в сети. Здесь мы можем снимать сетевой дамп для также получения анализа поведения оборудования в сети. То есть, если есть какие-то возникли вопросы, обратились в службу технической поддержки, вы попросили снять пикап, сымитировать проблему, сделали снятие пикапа этого лога, сетевого дампа, отправили, получили решение. То есть, очень удобный инструмент, то есть для анализа проблем и вообще как-то поведения оборудования сети. Итак, дальше переходим в раздел основной системы, и мы попадаем, значит, настройки, сразу же эти системные настройки, настройки LAN. Здесь, как я говорил, у нас оборудование поддерживает три режима подключения, это DHCP, статический и PPE. То есть выставляем режим, если нам нужно скорректировать после первого подключения, там, например, нам не нужен DHCP, нам нужна статика, да, выбираем статический IP-адрес, вносим параметры. И как мы видим, здесь есть еще дополнительное поле, это IP-адрес 2 и маска. То есть у вас, например, в вашей сетке есть две подсети. Чтобы оборудование могло спокойно работать в двух подсетях, то есть мы можем непосредственно сюда ввести IP-адрес второй сети, маску ее, и непосредственно дальше продолжать работу данного оборудования в двух сетях, например. Итак, следующая закладочка, это непосредственно у нас уже является это раздел сервисы. Здесь что необходимо учесть? Все практически оборудование компании Star оснащено замечательным сервисом, это интерфейсным подключением SSH для терминального подключения и сбора информации, либо настройки людям, которые очень, допустим, привыкли работать по терминалу с оборудованием. Также возможность включить сервис FTP, но это непосредственный доступ к внутренней части оборудования, к его каталогам содержимого, да, файлов. Также здесь в этой же закладочке есть возможность конфигурирования подключения к оборудованию через веб-браузер, либо по HTTP, либо по защищенному каналу HTTPS. По умолчанию он выключен. Если нам необходимо защищенный включить канал, мы включаем. Порты также можно изменять. По умолчанию стандартно используются порты для данных протоколов подключения. Либо 80 для HTTP, либо 443 для HTTPS. Следующая закладочка, это у нас идет непосредственно настройка VLAN, через LAN. То есть, если у нас в сети, например, есть еще и VLAN-сети, нам нужно, чтобы в VLAN-сетях работал оборудование, мы производим настроечку. Дальше, значит, следующий раздел относится к центру безопасности, то есть так называемый сетевой экран оборудования. Он оснащен основными тремя подпунктами. Это межсетевой экран, интерфейс и порты. То есть, как вы видите на текущем слайде, да, то есть у нас есть в закладке межсетевой экран, это статус межсетевого экрана, то есть его можно отсмотреть, его статус включен, выключен. Его подпункты. По правой крайней колонке, то есть можно перейти в его настройку, кликнув мышкой, либо просто по левой, также под подпункту, переходить к его настройкам. Итак, рассмотрим следующая закладочка, это интерфейс, также отображается статус, можно в настройках примечания вносить, да, то есть у нас поддерживаются такие замечательные интерфейсные протоколы, как AMI, как можно смотреть, SSH, FTP, HTTP, HTTPS,
И также можно посмотреть непосредственно закладочку порты. Основные порты, используемые на оборудовании, это для работы SIP в транспортах UDP, TCP, TLS. То есть при желании их можно изменять, переназначать данные порты. И настройку самих портов по веб-интерфейсу. То есть это более удобно переходить по каждому конкретному, не бегав, не искав, под меню. Можно, в принципе, закладочками верхним перемещаться и производить настройку наших интересующих параметров. Итак, значит, интерфейс AMI. Многие, кто уже, наверное, слышал, для чего необходим интерфейс AMI, но если так, то есть объясним вкратце, то есть это Asterisk Management Interface, да, то есть непосредственно данный протокол предназначен для того, чтобы при помощи внешнего какого-то софта, либо внешних каких-то команд, да, то есть есть спецификация описания по командам, которые поддерживаются для AMI этого оборудования, можно производить управление нашим устройством, то есть совершать вызов, имитировать вызов, принимать, собирать информацию, то есть или выводить ее в какую-то внешнюю софтинку. Ну, как на примере того же самого интеграции с CRM-системами, то есть непосредственно информация будет передаваться в данном протоколе командами внешними каким-то системам, которые будут отображать свободен. Например, если у вас панелька какая-нибудь телефонная на рабочем столе вашего ноутбука, связанная с CRM-системой, и она, например, должна отображать свободно, вы разговариваете, да, или непосредственно приняли звонок, отправить звонок или произвести набор прям из вашей технической базы. То есть это, в принципе, краткое описание, как работает, чтобы понимать, для чего нужен. И можно непосредственно управлять оборудованием. То есть не обязательно сидеть на телефоне, кликать кнопочками, да, то есть можно непосредственно управлять и через компьютер. Так, значит, включение данного сервиса очень простое. То есть мы ставим галочку «Включить AMI», задаем логин и пароль для работы с данным протоколом. Стоит отметить, что непосредственно логин и пароль используется единый. Порт стандартный 5038 назначается. И обязательно необходимо сюда добавить сегмент IP-адресов, то есть с которым будет разрешено работать по данному протоколу. То есть если сюда не добавить IP-адрес, то тот компьютер либо интерфейс, к которому будет обращаться к нашему устройству, он просто не сможет работать. Устройство просто не будет принимать этим команды. Итак, далее, значит, следующая закладочка, это у нас являются сертификаты. Как я говорил, что оборудование может работать по TLS. Непосредственно для того, чтобы работать с TLS, нам необходим сертификат-ключ, то есть для разрешающей работы в данном протоколе. Загружается обязательно в двух режимах. Это доверенный сертификат и серверный сертификат. То есть необходим клиентская часть и серверная часть. Обязательных условий. На этом, наверное, по этому сервису все. Дальше, значит, следующая у нас закладочка является, это глобальные настройки нашего межсетевого экрана. Как вы видите, здесь у нас отображены параметры. Вот, краткий пример, ну, объясню вкратце. То есть межсетевой экран необходим для того, чтобы защитить наше оборудование при работе в сети, если тем более оно используется непосредственно на внешнем IP-адресе, то есть с открытым доступом вовне, не под НАТом, не защищено ничем, то обязательно рекомендуется использовать настройки межсетевого экрана, дабы нас не взломали. Либо, например, в сети, чтобы тоже не производили какие-то попытки подключения, либо какие-то спуфы, хаки, DDoS, атаки и все подобные гадости, которые злоумышленники употребляют для того, чтобы нам навредить. Итак, есть три режима. Это включить межсетевой экран, включить режим невидимости и запретить все. То есть при включении межсетевого экрана у нас начинают действовать наши правила, которые необходимо также добавлять. То есть мы видим, что на слайде есть такое поле, как «Добавить правила». В нем обязательно мы заносим наш IP-адрес, указываем ему транспорты, порты, диапазон, то есть можно добавить целую подсеть, можно там сегментом добавить, неважно, можно один IP-адрес, то есть можно указать диапазон портов, либо указать определенный какой-то транспорт, либо любой транспорт, да, указать при работе с данным IP-адресом и разрешить, либо запретить.
После чего, как это правило, будет действовать после включения межсетевого экрана, поставив галочку напротив этого данного параметра. Режим невидимости. Режим невидимости даст нам возможность, то есть, не отвечать устройствам, которые пытаются нас пропинговать. То есть в таком случае они не получат ответа и не будут знать, живой этот IP-адрес, отвечает он вообще, то есть есть какая-то информация. И также есть режим запретить все. Режим запретить все, что он делает. То есть любые запросы пакет, неважно, это пинги или там инвайт конкретный, то есть идут обращения. То есть если данных IP-адресов у нас нет в правилах, вообще, то есть у нас не разрешены, то он просто даже не будет отвечать, он будет игнорировать эти данные запросы. Также есть возможность добавления правил автоматической защиты. Итак, рассмотрим дальше. Автоматическая блокировка. Для чего она нужна? Например, вы не хотите заморачиваться с настройками межсетевого экрана, то есть прописывать все остальное. Либо, допустим, кто-то подменился, там, залез к вам в сеть, там, еще что-то, и начинает ваше оборудование атаковать. То есть у оборудования есть такая, например, замечательная функция автоматической блокировки и создания правил. То есть если, например, у вас по порту 5060 начинает непосредственно атаковать большим количеством пакетов, пытается вас на ваше оборудование пытается воздействовать UDP флот, например, да, то есть большое огромное количество запросов, чтобы оборудование просто загнулось и зависло. Вот. Наше правило, оно его спасет. Оно автоматически после такого, например, вот как вы видите, да, здесь у нас указан порт 5060, UDP транспорт и интервал. Интервал там указан у нас там, допустим, неважно, там, например, 10, да, там 2 секунды. То есть, если, например, в 2 секунды будет там какое-то определенное количество, там, превышающее данное значение обращений по данному порту, то устройство автоматически заблокирует этот IP-адрес, она его занесет в черный список блокировки, вот именно блокировку. После чего любое обращение с этого IP-адреса будет игнорировано. Также стоит учесть, если вы даже, например, не добавили в правила, разрешающие свой компьютер, и, например, захотели залезть там по SSH и начинать там конфигурировать. Как вот видите, да, то есть три стандартных правила, которые обязательно нужно учесть. Либо их удалить, либо их придерживаться. То есть нужно обязательно перед этим в межсетевом экране добавить обязательные IP-адреса с тех компьютеров, в которых будете лазить там, по SSH, неважно, там, по веб-интерфейсу, дабы у вас устройство не заблокировало. Например, по SSH вы отправляете кучу команд, у вас посыпалось, да, по терминалу. Устройство посчитало, что пытается кто-то взломать, залезть, подбор производит, и здесь непосредственно уже происходит блокировка, добавляется в черный список, и все. В таком случае единственный выход решением является это зайти с другого IP-адреса соседнего, да, например, в вашей сети, зайти в этот раздел и удалить IP-адрес из блокировки. Просто уже этот компьютер, он будет уже неактивен. Итак, следующий раздел, значит, это пароль. То есть данный раздел необходим для того, чтобы изменить стандартный пароль нашей админской учетки для доступа в веб-интерфейс и управления нашим оборудованием. К сожалению, логин изменить нельзя, так как он является системным, он уже зашит, и только единственное, можно изменить пароль. То есть мы вводим текущий, новый и подтверждаем. Главное, обязательно прошу всех учесть, что будущими пользователями, если кто-то замечательно ввели новый пароль, запомните, чтобы не было потом таких вопросов, как мне сбросить пароль. Пароль можно сбросить, но легче его запомнить. Это однозначно. Итак, следующий раздел – это дата и время. То есть оборудование оснащено автоматическим получением информации о дате и времени, это с NTP серверов, либо также ручным вводом. Как вы видите, да, то есть установка часового пояса, возможность включения и перехода летнего времени. Следующим разделом это является настройка автопровижинга, то есть непосредственно, если у вас есть возможность организовать у себя сервер автопровижинга, либо, допустим, вы также используете при работе с данным оборудованием еще и станции компании Star, оно, что также, кстати,
Очень замечательно видится оборудование компании Instar, свое оборудование сразу видеть можно конфигурировать. Но неважно, если использовать автопровижинг, можно настраивать. Здесь указаны то есть, способы настройки, указания параметров. Если необходимо, то, пожалуйста, данный инструмент позволяет вам проводить. Для чего он нужен? Например, у вас вот большое количество так называемого тип-адаптеров, да, например, очень много телефонов, большое количество тип-адаптеров, нет времени заниматься индивидуально бегать каждому оборудованию, создали сервер, зашили туда на сервер прошивку, дали всем устройствам настройку проверять, и, например, пришло обновление, положили на сервер обновление, устройство в определенный интервал обратило к серверу, есть прошивочка, замечательно, все, зашли, скачали, но неважно. То есть это такие инструменты управления оборудованием. Итак, далее, значит, есть также режим обновления через веб-интерфейс, поддержкой либо по HTTP URL, либо TFTP сервер. Также есть инструкция у нас по обновлению, вкратце объясню. Ставится на компьютер либо TFTP сервер, либо HTTP сервер, да, то есть указываем ссылочку, нажимаем старт, все, оборудование скачивает прошивку, производит обновление, перезагружается, у нас новое обновление. Следующий раздел – это резервное копирование. Данное оборудование, так же, как и много всего другое оборудование компании Star, оснащено функцией – это резервирование настроек оборудования. То есть можно создавать копии, сохранять на компьютер, подгружать с компьютера, восстанавливать. То есть очень удобный инструмент. И также оснащена возможностью сброса настроек через веб-интерфейс либо перезагрузкой. Стоит отметить внимание, что в данном оборудовании нет физической перезагрузки, только через веб-интерфейс, либо включением-выключением питания. Чтобы не было потом вопроса, где у этой штучки кнопочка Reset. Нет у этой кнопочки Reset в этой штучке, и у нее есть только либо перезагрузка через веб-интерфейс, либо по питанию. Итак, следующий раздел, переходим в раздел с шлюзы. Итак, как мы видим, сразу после нажатия данного закладки раздела мы переходим в настройку портов FXS. Данный слайд показывает эту настройку непосредственно TA-200 двухпортовая. Если у вас TA-100, то там будет всего один порт отображен. Итак, здесь мы можем групповым объединением либо выбрать индивидуальный канал, произвести его сброс, либо при помощи в правом крайнем строчки, да, то есть положение у нас карандашик нарисован ручечкой, это его настроечку данного порта. После чего открывается у нас окошко, это редактирование. Значит, основной настройкой это является задачей указанием имя, номер данного порта, да, то есть имя его это просто обозвать, как вы можете. Имя регистрации, стоит учесть, что это поле предназначено для подключения через SIP, то есть это указывается логин, пароль для подключения к SIP-серверу. То есть, в принципе, в любом случае, есть на каждом, напротив каждого поля, да, то есть видите такие кружочки со знаками вопроса, это подсказки, то есть для чего данное поле необходимо, и в нем указано значение и краткий пример приведения заполнения данного поля. Так же, как и в аналоговых SIP-телефонах, прошу прощения, есть здесь поле from, то есть номер DIT и указание транспорта, и указание также непосредственно сервера, указание IP-адреса нашего либо провайдера, либо хост его, то есть либо IP-адрес, возможность также так, вносить сюда параметры IP-адреса, домен, то есть мы либо дублируем, либо указываем домен данного сегмента для подключения к нашему гибридной IP-адрес, либо к SIP-провайдеру, ну, по протоколу SIP. Так, следующий у нас идет пунктом это аутентификация входящего вызова. То есть, если, допустим, мы не подтверждаем через SIP-сервер непосредственно зарегистрированный это абонент или нет, мы будем отклонять этот данный звонок. То есть он не будет у нас приниматься. Лучше всегда непосредственно, то есть понимаете, нужно вам ставить аутентификацию или не нужно. Также есть возможность замечательная фишка данного оборудования реализована поддержка резервного указание резервного SIP, ну, резервный IP-адрес нашего SIP-провайдера, например. Например, у вас основной есть SIP-провайдер, да, который там работал, бах, он загнулся, либо IP-ATS.
Мы указали резервный IP-адрес. Все, оборудование отправило несколько запросов, ответ не получило, переключилось на резервный. И у нас тем самым опять связь есть. То есть не нужно заморачиваться, заходить, перенастраивать, что-то перезабивать. Всегда вот можно указать альтернативный там резервный IP-адрес, хоста, на котором находится наш IP-АТС, либо наш SIP-провайдер. И так далее. Расширенная закладка. Закладка расширенной настройки. Здесь мы непосредственно можем через веб-интерфейс также включать всякие функции, такие как переадресация, да, то есть установив его в режим всегда, нет ответа, когда занято, указать номер, на который переадресация. Кстати, также стоит отметить, что и можно это выполнять непосредственно с панели телефона при помощи команд голосового меню, которое мы смотрели раньше. То есть такие функции тоже возможно выполнение. Но это обычные юзерские пользовательские функции, то есть, которые необходимы для работы с данным оборудованием. Более такие расширенные админские какие-то там настройки, они непосредственно только через веб-панель. Ну, как бы происходит разделение пользователь и администрируемый. Также дополнение является включение режима ожидания. То есть, если вы включаете режим ожидания, к вам по SIP приходит, допустим, второй вызов параллельный, вы в трубочку слышите сигнал о том, что к вам идет еще второй вызов. Вы можете отбить первый сигнал, принять второй. То есть не будет сразу посылаться в сторону SIP-сервера либо SIP-провайдера, там сразу отбой. То есть вы сможете непосредственно при входящем втором сигнале всегда его принять и не потеряв. Ну, конечно, придется, конечно, с первой линии распрощаться или потом перезвонить. И также есть возможность установления режима ТНД принудительно, либо через те же самые голосовое меню включать, выключать его. Здесь мы выставляем этот тайм-аут вызова. То есть это время, сколько у нас будет вызываться наша замечательная трубочка аналоговая. Продолжительность тех же самых вызовов, то есть это сколько непосредственно будет происходить сообщение вызова. Также непосредственно здесь выставляются настройки, это для SIP-а, то есть возможность включения функции Keep Alive, и выбор для него Notify, либо Options, то есть в каком информационном пакете слать информацию, интервал. Также выставляем для работы с режимом до набором, это режим выбираем RFC, SIP-Info, либо Inbound TMF. И также здесь есть настройки выставления кодеков для работы с нашим там SIP-оборудованием, SIP-сервером. Также мы выставляем приоритетность с первого и до последнего. Ну, как указано на слайде, например, да, то есть мы ставим У, А, и дальше там либо нет, либо ставим еще 729-й там кодек. То есть в таком порядке будет идти отправка в сторону сервера и говорить о том, что я такие порядка принимаю там, либо в автоматическом режиме согласовываю кодеки. Итак, следующая настроечка, это у нас настройка FXS, ну, функция FXS самого порта, да, то есть здесь вот, как мы видим, есть раздел флеш, так как, допустим, каждый производитель аналогового телефона, он закладывает свои параметры, все знают кнопочку эту замечательную, у которых есть, у некоторых нет телефона, кнопочка флеш, это вызывает постановку удержания вызова. Есть замечательные кнопочки hold, но это функция, так называемая, самого телефона, hold. Вот, то есть он как бы висит, просто нажимает, там, удерживает на себе вызов, но ничего там не происходит, это, можно сказать, аналогично кнопочке mute и все подобное. Кнопочка flash непосредственно – это общепринятая flash, то есть она отправляет в сторону нашего SIP-сервера команду на отработку, удержание вызова. Значит, так как я уже сказал ранее, каждый производитель аналоговых телефонов, он может программно, либо использовать какие-то определенные инструменты, то есть он калибрирует параметры, да, нажатие язычка, то есть самого хук вот этот, который у нас на телефоне, он уже закладывает в него на кнопочку этот параметр. То есть если мы не выдержим время зажатия и так называемого освобождения этого язычка, это интервал как раз является, то непосредственно произойдет отбой. А если у нас выдержать порог этого времени, то у нас произойдет команда flash. Вот для того, чтобы вот эти несостыковки не влияли на работу данной кнопки, есть возможность указания интервала от и до. То есть, по сути дела, можно всегда наверняка найти в документации данного аналогового телефона, то есть его параметр flash,
какой диапазон выставить. Либо выставить просто от минимального и максимального параметра. То есть всегда не промахнемся. Минимальное значение можно выставить 100, максимально 1200. Так, есть также режим поддержки VMI. Для чего он необходим? То есть, если, допустим, на вашем SIP-сервере, да, там, допустим, на вашей гибридной IPTS пришло там для данного пользователя оставлено голосовое сообщение, либо на голосовой ящик пришло извещение. То есть вам будет при каждом поднятии трубки происходить оповещение о том, что у вас есть непрочитанные голосовые сообщения на SIP-сервере. Также есть возможность включения световой индикации. То есть если у вас на телефоне есть еще и кнопочки с поддержкой световой индикации, то еще и будет и моргать о том, что у вас висит непрочитанное сообщение. Стоит отметить, что данные функции требуют непосредственно постоянного прочтение данных, прослушивание сообщений, иначе, пока вы не прослушаете, у вас каждый раз, когда вы снимаете трубочку, будет у вас происходить сигнал. Но это больше всего проблема не нашего оборудования, это связано с принципом работы самого оповещения VMI, да, то есть это уже как бы такой работой занимается сервер. Он либо прочти, либо не прочитай, либо не оповещайся вообще. Итак, ладно, далее. Закладочка «План набора». Здесь, как мы видим, верхней строчечкой является у нас функция замечательной горячей линии. По умолчанию нам для чего она необходима? Как я говорил, вот если вы, допустим, ну нет у вас телефона аналогового с тоновым подбором, да, с тоновым набором, есть у вас просто обычный импульсный или там барабан. А многие наверняка и видели еще в советские времена, много что у кого-то осталось, так называемые коммутаторные телефоны, в которых нету либо вообще барабана, либо вообще нет фона. Что нам делать? Включаем режим «Горячая линия». И после этого мы можем сюда задать параметр номер, который у нас при поднятии трубочки будет сразу автоматически набираться оборудованием нашим шлюзом. То есть, например, какого-нибудь секретаря. И поставить интервал, то есть задержка набора номера, ну и время. В принципе, простой. Подняли трубочку, 2 секунды прошло, SIP-адаптер набрал номер, дозвонились до секретаря или до какого-нибудь коммутаторный, и дальше уже голосом просим нас там соединить или что-то сделать. Также функция, она и поддерживает непосредственно и для тоновых телефонов, то есть аналоговых. Ну, это просто, честно говоря, полезная вещь, то есть, ну, в случае, если так вот есть что-то надо, то проще включить горячую линию и сделал. Итак, дальше ниже идет у нас это раздел «Правила». Здесь мы можем, допустим, непосредственно указывать правила для наших пользователей. Для чего необходим? Ну, у нас пользователи привыкли, допустим, набирать там 9, там, та-та-та-та-та-та-та-та, да, там, через телефон. Там. Не хотим мы переучивать, да, заново говорить, что через семерку надо набирать. То есть здесь мы можем изменить, например, префикс нашей девятки, там какой-то был старой станции, да, допустим, поменять на современную семерочку. Вот как мы видим на примере, здесь, допустим, здесь семерочка указана, да, плюс 7, стоит цифра 2, удалить ее, эту семерку, и вместо нее поставить восьмерку, либо другую цифру, да, то есть непосредственно можем конфигурить уже с подмену самих номеров и правил, то есть от стандартно привыкнувших к нашим пользователям, под те, которые, чтобы автоматически изменялись и отрабатывались нашими SIP-серверами, провайдерами и все остальное. Итак, далее. Раздел «Основные настройки». Значит, что у нас здесь у нас указано? В основных настройках у нас есть возможность выбора клавиши отправки. У многих телефонов реализована функция мгновенной отправки номера по ссылке в сторону SIP-сервера при помощи клавиш решетки. То есть мы также можем непосредственно для наших аналоговых телефонов тоновых реализовать данный функционал. То есть набрали номер, не ждать стандартный тайм-аут, он 2-3 секунды, а сразу после нажатия клавиши решетки произойдет набор номера. Включите виртуальный тон вызова, то есть непосредственно это будет проигрываться вам КПВ в трубочку, этот сигнал посылого вызова, да. Здесь же также включается, как я вам говорил, сам журнал сбора информации о звонках, CDR. То есть мы здесь его
можем включить, можем выключить. То есть не хотим мы, чтобы наша память внутренняя заполнялась у нашего оборудования. Ну, не нужно ввести статистику в журнал, мы можем его выключить. Либо, наоборот, включить, если нам необходимо. Экономим тем самым флеш-память. Также есть возможность включить настройку джиттер-буфера. То есть, если кому-то нужно отрегулировать его, пожалуйста, можно регулировать. Либо он там стандартными настройками будет в автоматическом режиме работать. Итак, далее. Следующий раздел – это у нас раздел, посвящен старт-коды. Все оборудование, то есть, которое оно стоит от 200, да, то есть во время разговора, если нам необходимо какие-то выполнить функции, комбинации, не используя, допустим, голосовое меню, первоначальное для входа, да, либо наоборот там используя, то есть мы можем отконфигурировать работу нашего устройства прямую. Например, нам нужно совершить вызов по IP-адресу, да, то есть для этого мы в момент поднятия трубки набираем команду звездочка 96 и дальше набираем IP-адрес через звездочку, используя как точку. То есть мы можем, например, сразу сняв трубочку, не используя там подключение через сип-сервер, а, например, соседний стоит там телефончик какой-нибудь IP-шный, либо то же самое с сип-адаптера, она будет включен на IP-адрес. Зная его IP-адрес, можно просто позвонить. Ну, вот такие, например, удобные вещи. Либо, например, как еще проверить свой номер. Например, забыли, какой у вас внутренний номер. Пришел новый сотрудник, сел, или, допустим, вы не знаете, либо еще администратор. То есть можно всегда им положить там распечатку по старт-кодам, сделать такую памятку. Забыл, набрал команду, узнал свой номер, сказал клиенту. Ну, это как бы такие небольшие помощи, так называемые, при работе с данным оборудованием. Также можно производить непосредственно сброс, настройку. Ну, лучше всего непосредственно такие вещи не сообщать пользователям, поскольку, да, сбросить настройки и все, и... Здравствуй, администратор, заново настраиваем. Можно вот также, сняв трубочку короткой командой, включить режим ДНД или нет. Например, чтобы не набирать долго там переход по голосовому меню, можно просто непосредственно старт-кодом. Включение или выключить, например, функцию «не беспокоить». Либо включить переадресацию. Ну, то есть есть несколько вариантов, удобных для работы с данным оборудованием. Итак, далее. Закладочка «Быстрый набор». Для чего необходим? Ну, как вот и на сотовых телефонах, например, сталкер, да, и можно непосредственно под какой-то конкретный, короткий номер заложить полностью номер абонента. То есть мы здесь также можем, задав, например, позицию, это код быстрого набора. То есть, ну, мы сюда напишем, например, 12. Под него закладываем номер там полностью городской, либо мобильный, да, либо там наш международный, там длиннющий, там куча цифр. После чего мы просто выполняем команду наших старт-кодов, там, по-моему, сейчас это звездочка 98, дальше мы нажимаем цифру 12, и все, и он у нас автоматически шлюз, то есть наш сип-адаптер произведет набор вот этого всего запрограммированного длинного номера. То есть не нужно будет там кучу там длинных цифр набирать на телефоне, потом где-то сбился там, опять заново там забыл, набрал такую или не такую клавишу. И можно это все сконфигурировать под короткие номера. То есть запрограммировав кучу коротких номеров и потом дальше производить вызов. Итак, дальше. Системные сообщения. То есть, как я говорил, да, оборудование у нас мультиязычное, то есть есть возможность работать с китайским, английским, русским языком. Также и выбрать системные сообщения. То есть, ну, не хотите вам русский, можно выбрать английский. Приятнее английский слушать, например, или наоборот. Ну, кому как. То есть в данном разделе можно выставить язык, который будет использоваться для системных сообщений. Системные сообщения – это голосовые подсказки нашего устройства. То есть это сообщение, которое происходит в том случае «занято», перезвонить позднее, либо вот это голосовое меню, которое будет вас приветствовать для конфигурирования оборудования. То есть все, что заложено голосовым интерфейсом, то есть непосредственно подсказки, они будут изменены в зависимости от выбора языка, который хотите использовать. Так, следующий раздел. Это у нас расширенные настройки SIP. Также имеет несколько закладочек, уровень настроек, и вот
вкратце разберем. То есть на текущем слайде видите, да, то есть есть возможности указания настройки его порта, то есть для UDP стандартного, то есть там транспорта, можно изменить это с 50-60 на любой другой, который. Возможность включения или включения TLS, также указание порта, там, TCP транспорта, либо включить вообще случайный порт, генерация, да, ну, то есть, если не нужны никакие плюшки, там, да, для работы с гибридной IP ATS, либо, наоборот, там, какие-то сервера наш там, провайдер требует, там, то мы можем здесь отконфигурировать, изменить. То есть нет жестких настроек, которые они тупо зашиты, и все, и они не отстраиваются. То есть можно все менять, по сути дела, да. Вот, также здесь, как вы видите, куча настроек – это выбор протоколов, версии их, там, настройка портов для голосовых сессий, то есть, ну, очень много. Ну, как говорится, для обычных пользователей, которым сейчас все практически крупные SIP-провайдеры, да, там, стандартные IP ATS, там, которые, ну, не отклоняются от стандарта SIP 2.0, да, то все стандартные настройки, они должны быть, ну, подходить, то есть не нужно здесь практически ничего менять. Так, следующая настройка, это у нас закладочка NAT, здесь мы можем включить функцию обхода NAT, то есть непосредственно для того, чтобы если у нас оборудование стоит за каким-то коммутатором, который свой NAT, там, не пропускает, не сообщает, а подменяет. Достаточно просто указать либо стан-сервер, который, допустим, вам известен. Также, ну, при работе с какими-то звонками точка-точка с другим оборудованием, ну, не проходят у вас звонки, да, то есть не можете зарегистрироваться на каком-нибудь удаленном тип оборудования за НАТом. То есть стан поможет сообщить информацию, ваш локальный, внешний IP-адрес, да, который вы используете. Ну, то есть облегчить работу. Либо сами указать внешний IP-адрес, то есть прописать внешний хост, там, интервал обновлений, посыл информации, да, и указать локальную сеть. То есть это функция режима обхода НАТО. Так, следующая закладочка, это у нас как раз вот настройка и оптимизация голосовых трафика, COS и TOS, да, то есть можно здесь оптимизировать прохождение пакетов. Вот. Следующая закладочка – это SIP-ответы. Для чего нам необходимо? Ну, в случае, допустим, у вас есть, ну, наше оборудование получает, допустим, ответ от порта, допустим, то же самое FXS, преобразует его в какой-то ответ-команду и отправляет его в сторону SIP-сервера. Если, допустим, SIP-сервер по каким-то причинам, допустим, хочет, чтобы, допустим, тот же самый сигнал занят, там, отвечался, там, 464, да, там, без эхира, а еще каким-то другим, ну, ему нужен свой, допустим, код. То есть можно подменять код сообщения. Тем самым, то есть, ну, нет у вас возможности воздействовать на SIP-сервер, но нам нужно подчиниться. Таким образом мы можем непосредственно его и заменить. Так, следующая закладочка – это дополнительные настройки. Здесь, как я также могу отметить, данное поле необходимо нам закладок – это для изменений тоже настроек по работе SIP. Например, нам нужно получать информацию о звонке не из таких стандартно принятых полей, как, там, допустим, from, да, там, она нужна с поля to или, наоборот, там, из поля invite. То есть, ну, например, у нас сервер нестандартный или провайдер, и нужно под него подстроиться. То есть здесь можно также подстроиться под провайдер, под его нестандартные решения. Следующая закладочка – это настройка рингтона. То есть на данном оборудовании, вот, если у вас стоит аналоговый телефон, там, производит он там вызов все время стандартным, да, то есть одним и том же там, интервалом, тоном сообщения, ну, вызова о том, что идет входящий звонок. То здесь можно непосредственно производить манипуляции, типа как рингтон, изменять его мелодию. Например, вот есть у вас, допустим, звонки приходят там, допустим, из города, можно поставить одни вызовы. Локальные какие-то короткие, можно поставить другие вызовы. То есть вот, те же самые визуально на слух можно уже будет определять там, межгород, там, город, внутренний, локальный звонок. Ну, то есть это дополнительная, в принципе, возможность для оптимизации улучшения работы, то есть, с данным оборудованием. Итак, веб-интерфейс закончили рассматривать, и вкратце я объясню, допустим, в чем преимущество данного оборудования с конкурентами.
То есть, как вы можете посмотреть на текущей таблице, да, вот, ну, вкратце, это непосредственно режимы работы, да, то есть протоколов, функции, которые используются, и ценовая категория. То есть, если даже вкратце пробежаться глазом, да, то есть видно, что определенный функционал, которого нет у других, то есть и плюс цена. Ну, также вот, например, Т200, то есть есть на рынке конкуренты, ну, что-то есть, что-то нету, либо цена, либо разница. Наглядно можно сравнить, что есть практически все, что нет у других, ну и цена, то есть, соответственно, даже оптимальнее, чем у других. И еще одна вот табличка. То есть всегда можно, в принципе, посмотреть, потом у нас на сайте будет выложен вебинар, то есть пробежаться, если кто-то сейчас не успел рассчитать, прочитать, но мы долго задерживаться не будем на этих страницах, поскольку тут можно читать там долго. Всегда можно потом, посмотрев видео, и произвести анализ. Итак, на этом все. Спасибо большое за то, что прослушали, поучаствовали на нашем вебинаре. Мы еще с вами здесь, то есть в течение 10 минут будем отвечать на ваши вопросы в чате. Также непосредственно прошу провести ответы на закладке опроса. А на этом пока все. Спасибо большое за внимание.